Конец. Капец. А бабушка пиздит. Конец фильма «Ирония судьбы». Или «С легким гадом». Ну, «С легким гадом». Ага. Ну, как ты? Да. Я знаю, как выходить. Она на этот момент, на кабель сюда зашла, а теперь выйти не могу, пока ушли смог. Такого? Теперь вот выйти не могу, она заела, теперь я выйти не могу смог. И выключить торт тоже его не могу смог. Я думал, могу попробовать, или отключить, и выйти не могу смог. Вот было мать, я тоже не хочу выйти не получать смог. И кнопки тоже жалко смог. Это если только или крышку надо, а открыть ему, чтобы... Или крышку там надо открыть, чтобы быть снова. Ольга Расторгуева. Выйду в поле с конем. А открыть там как-то... А мне такой этот, может быть, крышку там надо включить. Потихонечку открыть, тогда он включит, чтобы я твой включил, будет нормально. То есть из него выйти невозможно, почему снова. Ничего не делал смотреть? Взывай. Не понимаю, ничего смотрел. Только чего бы делать, а не самое лучшее. Вот этим задним. А, он же все смотрит. Угу. Да. Все уже. О, конец фильма. Ну да. Хотел уже время. Уже звонки я поударял, что там камень, что не тащит дно. Ну то, что мы совсем уже звали, как когда. Ну, я уже с 10-го канала. Нет, телефон у меня есть, помнишь, дома. А, извини, на МТТ, знаешь, что лишь набрал? 0611. Лучше только мы на Белоне только такой набираем. А я на МТТ сегодня набрала 0611 смог. О, блин, усатый хрыч, ё-моё. Угу. О, у меня Оля в... Я Оля окружил пальцем. О, здорово. Оля в круге. Ага. В круге первом. Все вызовы пустые. Ольга Петровна. Это что, опять «Иронию судьбы» включил или что? Нет, это другая. Это «Усатый хрыч». А. Это не «Ирония судьбы». Саша в круге тоже. Мы в квадрате, да. Мы под кровью, под квадратом бьем. Так, что-то... В рамке, Саша. И Оля тоже. Сюда типа нас фотоскидывать можно. Фотоскидывать. Помарки к нам. Ничего там не надо, не нормально, она сама там нажала к нам. Что там, она сама там нажала к нам. А я тебя шумит дочки смог. Шумит дочки. Шайтана масса. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Чего? Ну, он там же поет. Ну и что? Тебе-то. Да. А так, что делает он? Ольга Шалимова. Ага. Просто чаек с мам. Да, вкусненький, блин. Чаек. Так. А это у нас дротики лежат, мам. Такие вот все барабанные кучи, они вот такие все разноцветные у нас. Пацаны. Да, это у нас пацаны лежат, мам. Такие острые, к них можно только закинуть правую жопу с мам. Да. Этот Алексей вот снимает эту свою газету, вот это «Пятигорская правда» называется, мам. Папку вообще-то. Ну да, папку. Папку «Пятигорская правда» с мам.
Это Саша такой вот крестик, действительно. Он что-то вот там. Там Меркурий изображен самому. Все наши любимые классные герои. Номер 147-149, 8880-8882, суббота 14 октября 2017 года. Так, а вот это Петровна. Петровна в доме Тиалябьева смотрит картины. Картины. Плакучая ива, ё-моё. Потом это отсканирую вот эту страницу вот как на принтере вот эту вот. Обрежу и выложу, если получится. Вот уже ты на этом на фотоаппарате, а потом... Не, на фотоаппарате нет. В принтер положу, как серок сделаю вот эту страницу. И выложу. И подпишу. Потом придумаю, как подписать. Ага. Надо Валентину. А я Валентину тоже что-нибудь вышлю, какое-нибудь видео смешное. Вышлю ему этот. Так. Что-нибудь смешное. Свалился, ёкарный баба. Летел, ё-моё. Осторожней.